Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Мои поющие монстры». Пару подписчиков попросили, чтобы я на нее глянул. Ну что же, приступаем? Добро пожаловать в мир моих поющих монстров. Разводи их, корми их, слушай, как они поют. Первонаперво убедись, что звук на устройстве включен. Каждый монстр, которого ты получаешь, дополняет общую песню. Начнем с барабамня. Купи яйцо барабамня. Так, монстры. Барабамень. Новинка. Барабамни, по сути, музыкальные камни. Их незамысловатые ритмы, эхо пульса самой земли, острова. Вибрации, создаваемые барабамнями, рокота заставляет других монстров качать головами в такт. Вот так вот, друзья мои. Яйца монстров выращивают в инкубаторе. Когда яйцо расколется, монстр вылупится и будет готов к размещению. Так. Получился монстр-барабамень. Что ты хочешь с ним сделать? Разместить, конечно. Что я с ним хочу еще сделать? Тут вопрос. Можно мне его куда-нибудь... в серединку. Поздравляем! Задание выполнено, тебя ждет награда. Давай ее заберем. О, смотри, ритмует. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Нормально. Пойдет. Собрать 150 монет. Так, переименуй барабан. Зачем? Выполнение заданий помогает перейти на следующий уровень и разблокировать новых монстров. Давай попробуем выполнить еще одно. Дай барабамню новое имя. Ну, барабамень нормально же звучит. Ну, ё-моё, ну зачем ему другое имя еще? А, Борис? Нет, давай-ка мы его, наверное, назовем. Блин, как мы его назовем? Пустоголовый, пускай будет так. А, тут только по-английски. Жаль. Ладно, тогда просто назовем. Сори. Нет, сори. Нет, блин, как-то фигня. Все, друзья мои, назвал я его, короче, Союз. Пускай будет так. Забери свою награду. Давай, что мне тут? Монетки, алмазики и опыт. Поздравляем, у тебя получилось выполнить все задания на данный момент. Ух ты, мамонт разблокировался у нас. Теперь купи яйцо мамонта. Ну что, купим? Мамонт. Роскошный мех мамонтов надежно предохраняет этих элементалей холода от холода. Правда, их сильно беспокоят колтуны. Мамонты поют зычные гимны метелям и морозным узором на окнах. Уборкой снега мамонты не занимаются. Ладно. Чтобы вылупиться, некоторым монстрам нужно больше времени. Давай используем бриллиант, чтобы ускорить вылупление. Давай. Время инкубации... минута 46, да, в принципе, не так уж и дорого. За бриллианты можно завершить процесс немедленно. Получился монстр-мамонт. Так, размещаем. Пускай рядышком тут стоит. Но. Во. Нормально. Ускорьте вылупление яйца мамонта. Собрали. Постройте маленькую пекарню. Пекарню? Зачем пекарня там здесь? Маленькая пекарня. Ух ты, пекарня. Давай построим себе такую. Ведь кормление монстров увеличивает их уровень и количество производимых монет. Пекарня, значит, да? Здание. Соточку монет. В этой милой маленькой пекарне можно испечь вкусняшки. Пирожные, печенье, хлеб. Улучши пекарню, чтобы расширить меню. Хорошо. Так, пекарня вам, наверное, тут будет мешать. Тебе куда-нибудь...
куда-нибудь вот сюда ее поставим. Теперь, когда у нас есть пекарня, мы можем испечь нашим монстрам печенье. Печенье, да? Печка, значит, печенье. 250 монет отдаем. Испечь лакомство печенье за 250 монет. Да, 5 минут ждать. Или же за бриллиант можно ускорить. Прекрасно, теперь накорми монстров, чтобы они перешли на следующий уровень и разблокировали новые особенности. Ну-ка. Кушай давай, говорю тебе. Ага. Каждый день ты получаешь приз за вход. Сегодня ты получаешь 100 монет. Заходи в игру ежедневно, не пропуская дней, чтобы получить все более и более ценные призы. Эти маленькие бонусы помогут тебе быстрее развиться. Поздравляем, у тебя впереди веселый путь. Формируй свой собственный мир монстров. Давай соберем награды за выполненные задания и посмотрим, что делать дальше. Обучение пройдено. Собрать, собрать, собрать. Уровень четвертый. Разблокировано. Маленький камень, маленькое дерево и пализатор. Так, а можно чуть-чуть потише сделать? Вот так, я думаю, нормально будет, да? Значит, что у нас тут? Показать все избранное. Я получил нового монстра. Пализатор какой-то. Почтовый ящик. Нет у меня там ничего в почтовом ящике. Так, магазин. Монстры. Ух ты, редкий барабамень. Редкий мамонт. Так, редкий, подожди, а вот пализатор. Хотя пализаторы и кажутся мягкими и податливыми, эти желеподобные водные элементали очень крепкие. Пализаторы поют о жидких чудесах, левиафанах из глубин, шуме прибоя, подтопленных подвалах и пенистых смузи. Купим, конечно. Так, это что у нас тут? Это он так созревает? Ну что же, ладно, пускай, допустим. Мне кажется, что здесь... Ух ты, а это что такое у нас? Какая-то музыкальная школа разбитая, по-моему, да? Мне кажется, что здесь можно приближать и отдалять камеру. Дай-ка я сейчас гляну пока. Так, друзья, я настроил отдаление и приближение. Отлично. Так, и здесь у нас уже вроде бы все созрело. Получился монстр, пализатор. Размещаем. Такая у нас команда собирается. У нас уже получается какая-то композиция, да? Так, ну что дальше? Зайдем в магазин. Так, здесь скидки, украшения, здания, острова. Остров холода. Так, остров растений. Остров... Так, тут, ребята, еще и есть разные острова. Вот что. Я могу что-нибудь еще приобрести? Нужен уровень 7. Так, нужен уровень 7. Вопрос. Чтобы получить уровень, нам, наверное, нужно сейчас печенек наварганить. Верно? Правильно я понимаю? Если печеньки у нас будут, так, 50 золотых, это пирожные. А если я, например, вот это вот возьму? Ускорить. Сколько там будет стоить ускорение? Давай, сделай. Ну-ка. Ты хочешь у меня тут уровень получить?
Что-то я не слышал, чтобы он что-то новенькое пел, ребят. Да, я хочу еще лакомства. Я еще хочу печенье. Прокачаем до 3-го уровня, так что быть. Да нет, я хотел испечь, а не купить. Зачем вы меня кинули сюда-то? Так, 20-250 монет. Давай. Пускай это все готовится. Так, а чем можно еще, ребята, тут заняться? Информация. На райском острове растений царит сонная безмятежность. Расслабься и пусть природа нашептывает тебе на ухо свои истории. Дыши глубже и наслаждайся опьяняющим ароматом цветов. Но все изменится, когда появятся монстры. На острове растений станет шумно. Теперь поспать тебе не удастся. Ну и что? Так, купи и размести пализатора. Сруби маленькое дерево. А, вот что. Так, маленькое, да? Естественно, все это делается за монетки. Хорошо, сейчас мы его срубим. Так, друзья, что такое друзья? В данный момент у тебя нет друзей. Ты можешь пригласить друзей в игру. Так, ну-ка. Уровень 5, разблокирован. Что тут у нас? Среднее дерево, большое дерево, огненный куст и лампарабан. Что за лампарабан? Коды друзей. Привязка аккаунта к электронной почте. Так, давай, сохраним. Так, все, друзья мои, привязочку мы сделали. Когда же это печенье-то сделается? Через 3 минуты. Сруби маленькое дерево. Так, купи огненный куст и посади его рядом с барабанем. Почему именно огненный куст и именно с барабанем? Нет, мне, конечно, не сложно это сделать. Хорошо, давай. Так, украшение, наверное, да? Огненный куст. Хотя выглядит аппетитно, не стоит есть листья огненного куста. Все, кто пробует их съесть, страдают метеоризмом. Метеоризм, да? Рядом с барабанем. Сказали нам так сделать. Достаточно просто разместить монстра рядом с чем-то, что приносит ему радость. И это повысит уровень его счастья. Счастливые монстры производят монеты быстрее. На вкладке радости в меню информации можно узнать, что радует монстра. Ах, вот оно что. На вкладке меню 25% радости. Они еще при этом, ребята, музыку, значит, так. А могу ли я тебе, парень, куда-нибудь отодвинуть теперь подальше, нет? Жаль. Что там еще? Так, это мы забираем. Улучши дворец. В плане, как это улучши дворец? Какой дворец улучшит? Вы что, ребят? У меня нет дворца никакого. А, вот это дворец. Давай улучшим. Нифига себе дворец, я думал, что это какой-то дом, просто хибара. А это дворец, оказывается. Так вот, ребята, вам не хухры-мухры все здесь. Надеюсь, вы еще не устали от этой музыки. Можно, конечно, выключить ихнюю песню. Уровень 6, разблокировано. Отражающий. Чего? Бассейн? Средний камень, большой камень. Так, отражающийся бассейн. Растянутый шкур. Маховая пузыристая дорожка. Пузыристая дорожка, короче, камни. Вот так вот. Забираем. Сруби еще два маленьких дерева. Еще два маленьких дерева. Найти бы эти два маленьких дерева. Вижу одно. И второе. Так, срубим. Печенье-то готово там? 23 секунды осталось подождать.
Я их смогу потом переместить. А, вот, передвинуть. Пускай стоит там. А ты у меня будешь стоять вот здесь. Вот и печенье подъехало. Ну что, кормим этого. Так. Ну-ка. Четвертый уровень. Если честно, я не понимаю. Ну, четвертый уровень. Ничего ведь не меняется. Абсолютно ничего не меняется. Так, сколько тут? Давай еще печенье мне. Так, дерево срубили. Дерево срубили. Задание выполнили. Постройте вторую маленькую пекарню. Зачем? Остров растений. Вы серьезно? Остров эфира перейти. В плане остров эфира. Добро пожаловать на остров эфира. Этот таинственный остров станет заключительной точкой в путешествии одноэлементарных элементалей эфира, которых ты выведешь на островах природы. А еще это дом для нового семейства эфирных гибридов. Зайди в меню «Помощь», чтобы узнать, как заселить этот остров. Ух ты. Чего себе. Может быть, мне сюда пока еще рано? Остров племен. Остров золота. Остров холода. Подожди, а где мой-то остров-то? Остров-то мой где? Твою налево, где мой остров, я вас спрашиваю. Куда вы выделили? Это он, остров племен? Создать новый остров племен, вступив в дружелюбное племя. Да какое дружелюбное племя еще? Верните мне мой остров. Зеркальные. Какие еще зеркальные, блин? Огненный, остров света. Остров Сахабуша. Остров золота. Вот он мой. Старый остров растений. Твою ж налево, пужанулся уже. Так, что-то нам надо сделать, я уже забыл. А, маленькую пекарню вторую построить. Ну давай, давай построим вторую маленькую пекарню. Это у нас здание. Купить. Не понимаю, зачем нам все-таки две пекарни? Так места, блин, маловато. Вот куда вот мне ее поставить, эту пекарню? Давай здесь. Выполнили задание. Забираем награды. Докорми двух разных монстров на острове растения до четвертого уровня. Так, этот у нас разблокировано. Остров композитора, лягушка, ударщик, усталос, тирокс, питомник, дикая волынка, дорожный указатель, бинго-банго. Чего? Бинго-банго-бонгос и в кусочек горы. В кусочек. Включить уведомления. Можно настроить, какие типы уведомлений ты будешь получать в меню настроек. Что это такое? Скрещивание. Скрести двух монстров четвертого уровня с разными элементами, чтобы создать новый вид. Зайди в меню «Помощь питомника», чтобы посмотреть полное руководство по скрещиванию. Вы сейчас серьезно? То есть, если этот парень мне... А, третьего, третьего он уровня. А ты четвертого, так?
2004-го. Так, сейчас мы закажем с тобой. Да и мне нужно, блин, печенье заказать, а не... Давай. Сейчас мы вот этого прокачаем до 4 уровня и попробуем скрестить. Посетите лучшие острова в меню «Друзья». В меню «Друзья», а у меня нету лучших островов. Посетить лучшие острова. Лучшие обычные острова. Ну-ка, проверим. Посетить. Ага, это... Ничего себе. Работушка. Нравится, конечно. Прикольно. Монстров, конечно, там дофигища всяких еще. А у меня тут пам-пабам и все. Все, что не поют. Так, ладно, 4-й уровень, да? Отлично, теперь у тебя есть 2 монстра 4-го уровня. Давай я научу тебя выводить гибридных монстров. Нажми на питомник. Нажми вывести. Меню скрещивания содержит всю информацию, необходимую для скрещивания. Так, барабамень. Нажми на первого монстра. Так. И скрещивание началось. Давай используем бриллиант, чтобы ускорить скрещивание. Давай. Поздравляем с первым гибридным монстром. Теперь он готов к инкубации. Кто же это? У тебя получается лягушка. Инкубация. Яйцо готово, чтобы открыть. Ну-ка. Вылупляйся, какая лягушка там еще у нас. Лягашка. Класс природа. Ох, это вот это вот. Это книга монстров. Ё-моё. Так, разместить. Куда-нибудь сюда. Чё она не молчит? Серьезно. Так, забираем, забираем, забираем. Купи дорожный указатель и сыграй одну игру на память во дворце. Игру на память во дворце. Так, дорожный знак. Тавкер. Парслона. Средняя пекарня. Маленький рудник. Большой рудник. Мадристое дерево. Шалфевое дерево. Карта. А что вот это вот показывает мне? Остров воздуха. Купить. Нужен остров холода. Так что не все вот так быстро. А что вот там показывает такое? 5000. Вначале нужно это купить. Занятые места. Остров растений. Погоди секундочку. Блин, мне сбили. Нужно купить дорожный указатель. Магазин. Я так понимаю, это украшение, наверное. Дорожный указатель. Где ты? Вот он. Осторожно, этот знак постоянно вертит стрелками в разные стороны, куда ты пойдешь. Зависит от того, где ты находишься. Знак обманка, да, скажем так. Ну, пускай здесь стоит. Забираем. Сыграйте в игру на память во дворце. Сыграйте во дворце. В каком дворце-то, не пойму я.
память. Этот что ли? Хочешь сыграть в игру на память? Да. Эй, послушай, добро пожаловать в игру на память. Шевели мозгами, не в прямом смысле. Чтобы запомнить положение карточек и выбрать две одинаковые. За это ты получишь потрясающие призы. Чем больше одинаковых карточек ты откроешь, тем выше будет шанс на выигрыш. Удачи и хорошо помонстрить. Но... Окей. Так, это, по-моему, здесь. Так, этот, наверное, здесь. О! Отлично. Ух, ё. Так, этот, подожди, вот здесь. Так, понял. Блин, не здесь, вот здесь. Ты где же ты, я тебе вот. Так. Ой, не то. Вот так. Отлично. Йо! Ты серьезно? Ты серьезно? Блин. Угу. Так, где этот пенек видел я? Да е... Да чтоб тебя, блин. Коробка какая-то. Здесь же. Так, подожди. Так... Вот он. Вот, ну, тут отлично. Ганс. Ага. Это... Нет. Коробка. 12 попыток. Так, здесь вот с этим. Да что ты, ты... По-моему, блин, не тут. О. Тыква. Так, допустим. Да что ты, Гэнс? Оу. На шару. Морковь. Морковь, морковь, по-моему, не здесь. Тю-тю. Коробка вот здесь, по-моему, ага. Тут? Нет, не тут. Ну, сфейлились, фейлились. Блин, вот рядом он был, да? Ошибочка. Игра конченная. Выберите свой приз. Мне досталось 1000 монет. А я могу еще, например, здесь? Сезонная распродажа, прикрой меня. Природные редкие монстры. Что такое получить? Это магазин? Так. Это покупать, я так понимаю, надо их. За
забираем. А почему не забирается-то, ребят? И вот здесь не могу забрать. Подвисает игра, что ли? Я не пойму, в чем проблема-то. Улучшить пекарню. Да, ребят, что-то подвисает, потому что давно все это было нажито. Так, улучшить. Угу. Забираем. Открой остров, купи дикую волынку. Купить дикую волынку. Ну, дикую волынку я... Я так понимаю, это украшение, да? Дикая волынка, ты где у нас? Вот. Кто-то схватил неуловимую дикую волынку. Ее частично зарыли в землю, чтобы она не сбежала. Вот тут она будет стоять. Волынка эта. Так, откройте остров компьютер. Сыграйте в монстр лотерею в инкубаторе. Тут задание дофигища, ребят. В инкубаторе. Что я тут должен сыграть? Можно улучшить. А, бриллианты, бриллианты нужны. Ну что, друзья мои, я думаю, что на этом можно закончить сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!